Неполная была информация о Липецкой авиашколе 30-х годов, если не упомянуть то, что в этой авиашколе учился сын Сталина, Василий Сталин. Василий Сталин, военный летчик, с 1949 года стал генерал-лейтенантом авиации, с 1948 по 1952 год занимал должность командующего Московским военным округом. Он был самым молодым военным, удостоившимся звания генерала. 21 марта 1962 года Василий Сталин был похоронен в Казани. 20 ноября 2002 года его останки были перезахоронены на Троекуровском кладбище в Москве, в одной могиле с его последней женой Марией Игнатьевной.